что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправдания от других. За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр, 26 раз мне доверили сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова и снова, и именно поэтому я добился успеха. Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. Жизнь – это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. Логика может привести вас от пункта А к пункту Б, а воображение – куда угодно. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте. Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. Настоящая ответственность бывает только личной. Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. 80% успеха – это появиться в нужном месте в нужное время. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. Победа – это еще не все. Все – это постоянное желание побеждать. Наука – это организованные знания, мудрость – это организованная жизнь. В моем словаре нет слова «невозможно». Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы. Если думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда понял зачем. Начинайте делать все, что вы можете сделать, и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. Смелости гений, сила и магия. Лучшая месть – огромный успех. Зачастую говорят, что мотивации хватает ненадолго, но то же самое происходит и с освежающим душем, поэтому и рекомендуют его принимать ежедневно. Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. Все дело в мыслях. Мысль – начало всего, и мыслями можно управлять, и поэтому главное дело – совершенствование, работать над мыслями. Есть только один способ избежать критики – ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. Человек, которым вам суждено стать, это только тот человек, которым вы сами решите стать. Идите уверенно по направлению к мечте, живите той жизнью, которую вы сами себе придумали. Надеюсь, что в конце своих дней, когда я предстану перед Богом, у меня не останется ни капли таланта, чтобы я могла сказать ему: «Я использовала все, что ты дал мне». Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный. Некоторые вещи могут завладеть вашим вниманием, но сосредоточьтесь лучше на тех, что завладевают вашим сердцем. Стоит только поверить, что вы можете, и вы уже на полпути к цели. Не стоит винить ребенка за то, что он боится темноты. Настоящая трагедия – это когда взрослый человек боится света. Научитесь говорить «я не знаю», и это уже будет прогресс. Начните оттуда, где вы сейчас находитесь, используя то, что у вас есть, и делайте все, что можете. Когда мне было 5 лет, мама всегда говорила, что главное в жизни – счастье. Когда я пошел в школу, на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, я ответил – счастливым человеком. Мне тогда сказали, что я не понимаю вопроса, а я ответил – что это они не понимают жизни. Упади 7 раз и 8 раз поднимись. Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая.
Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую. У всего есть своя красота, но не каждый может ее увидеть. Так прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть. Счастье – это не нечто готовое. Счастье зависит только от ваших действий. Если вам предлагают место в ракетно-носителе, не спрашивайте, что за место. Просто займите его. Сначала определитесь со своим идеалом. Поставьте цель. Потом запаситесь необходимыми средствами для ее достижения, мудростью, деньгами, методами и материалами. И, наконец, используйте все свои средства для достижения цели. Если нет ветра, беритесь за весла. Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого. Успех – это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. Они спрашивают: «Как ты можешь управиться со всеми делами за 15 минут?» Я отвечаю: «Это просто. Надо не терять ни единой секунды». Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя. Важно верить, что талант нам дается не просто так, и что любой ценой его нужно для чего-то использовать. Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать, рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет. Определенность цели – отправная точка всех достижений. Мы становимся тем, о чем мы думаем. Я не жертва обстоятельств, я результат моих решений. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующий подходящий момент – сегодня. Все дети – художники. Проблема в том, чтобы остаться художником, когда ты вырос. Я был поражен тем, как важно предпринимать действия. Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно делать. Что такое деньги? Человек успешен, если утром он просыпается, вечером возвращается в постель, а в перерыве делает то, что ему нравится. Я не провалил тест, я просто нашел 100 способов написать его неправильно. Поражение, не поражение, если только вы не признаете его таковым в своем сознании. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового. Ты становишься тем, во что веришь. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Я лучше умру от страсти, чем от скуки. Быстрее всего учишься в трех случаях – до 7 лет, на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол. Люди забудут, что ты говорил, забудут, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете. Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать делить работу, доставать инструменты, надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе «я невежда». Не столь важно, как медленно ты идешь, как то, как долго ты идешь, не останавливаясь. Если вы думаете о том, что имеете в жизни, вы всегда сможете иметь больше. Если же вы считаете, чего у вас нет, вам никогда не будет достаточно. Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас, отговорки – симптомы страха. Чтобы вести людей за собой, иди за ними. Запомните, что не достичь успеха иногда тоже большая удача. Всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Одна законченная результативная задача стоит полусотни полузаконченных задач. Наша жизнь начинает подходить к концу, когда мы перестаем говорить о действительно важных вещах. Беда не приходит одна,
но и удача тоже. Всякая мысль, подобно тесту, стоит помять ее хорошенько, все из нее сделаешь. Делай все, что можешь, там, где ты находишься, используй все, что имеешь. Запомните, никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия. Мир делится на два класса. Одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное. Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед. Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха. Ни разу не упасть – не самая большая заслуга в жизни, главное каждый раз подниматься. Вопрос не в том, кто мне разрешит, а в том, кто сможет мне запретить. Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Жизнь меряется не тем, сколько в ней лет, а тем, сколько в этих годах настоящей жизни. Приносить пользу миру – это единственный способ стать счастливым. Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать. Единственный способ делать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь. Мудрый человек – требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других. Велики те, кто видит, что миром правят мысли. Перед тем, как карабкаться на лестницу успеха, убедитесь, что она прислонена к стене того здания, что вам нужно. У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение.